трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С российских дорог исчезают автоинспекторы. За последние 5 лет ГИБДД избавилась от 30 с лишним тысяч сотрудников. Минус 22%. Такие данные привел замминистра МВД Александр Горовой. Одновременно, по его словам, автопарк страны вырос на 23%. До почти что 57 миллионов машин. Трасса 101. Госавтоинспекция планирует упростить процедуру постановки на учет доработанных автомобилей, например, с увеличенными колесными дисками, лебедками, газобаллонным оборудованием и так далее. Для регистрации такой машины в ГИБДД придется явиться один раз. Если технический специалист даст добро, владельцу нестандартного транспортного средства без проблем оформят документы. Если нет, потребуется экспертиза, наверняка платная. Сотрудники ДПС по-прежнему будут следить за внесением изменений в конструкцию авто. Штраф 500 рублей. В повторном случае нарушителю будет грозить арест. Трасса 101. Половина пассажиров легковых автомобилей в нашей стране не пользуются ремнями безопасности. Это в ходе опроса выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. В основном не пристегиваются пассажиры, разместившиеся на задних сиденьях. На переднем про ремешок не забывают более 70% респондентов. Трасса 101. КАМАЗ представил электрический автобус, который будет эксплуатироваться в Москве. Машина вместимостью 85 человек имеет запас хода 50 километров. Время зарядки всего 6 минут. Для этого можно использовать оборудование троллейбусных парков. Стоимость электробуса от 20 до 30 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Да, это дороже автобуса с обычным двигателем, говорят специалисты. Но, по их словам, срок окупаемости гораздо короче – 6 лет. Автомобили, напичканные электроникой, а это все современные автомобили, крайне опасны. Американские ученые заявили, что хакеры при желании могут получить удаленный доступ практически к любому узлу машины. Хуже всего, если это будет двигатель, рулевое управление и тормоза. Кстати, недавно в Китае злоумышленники на расстоянии взломали Tesla Model S. Они отключили водителю доступ к некоторым функциям – дворники, складывание боковых зеркал, а в завершении произвели экстренное торможение. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.